Изменения в составе хоккейного клуба «Сибирь» в обмен на Дмитрия Кугрышева и Игоря Жиганова в ЦСКА новосибирцы получили молодого нападающего и денежную компенсацию. С нового сезона «Цвета Сибири» будет защищать Дамир Жафяров. В континентальной хоккейной лиге 20-летний нападающий дебютировал в 2012 году за новокузнецкий «Металлург». Проведя два сезона в Новокузнецке, в прошлом межсезонье перешел в ЦСКА. В прошедшем сезоне сыграл в КХЛ 57 матчей. Контракт Жафярова с нашим клубом рассчитан на два года.